Ну что ж, Хьюстон, я вернулся. Всем хай! С вами Юджин и, друзья, прекрасные новости. Ведь НАСА снова наняли меня, чтобы я строил им прекрасные звездолеты. Чтобы отхватывали звезды прямо там, в космосе. У всех холдов, я знаю, сейчас, наверное, слезы вот так вот текут. Че я решил поиграть? Я недавно наткнулся случайно на свой собственный видос по этой игре. Вот он, можете посмотреть его прямо сейчас. Посмотрите только, какое там... Молодой, такие вот глазки яркие, такие щечки милые, такая бородка здоровская. Всем хай, с вами Юджин, мы снова играем в Kerbal Space Program. Прям как сейчас, я ни капли не изменился. И это касается абсолютно всего, в том числе и моих навыков строительства кораблей космических. Ну а еще это видео приурочено ко дню рождения канала. Нам исполнилось 9 лет, друзья. Благодарю вас всех, друзья, за этот прекрасный путь, который мы вместе с вами проделали. Еще впереди будет много всего, поэтому не расслабляйтесь, ставьте лайк, и мы поехали. Сегодня мы с вами попытаемся сделать корабль, что улетит далеко и надолго. Давайте начнем со снов. Возьмем базовые корабли и посмотрим, как они устроены, чтобы вылететь в космос. И впитаем в себя эти знания. Вот, вот он кораблик космический. В целом, я бы сказал, что он уже готов лететь. Товарищи, я должен был изложить цели вашей миссии еще до старта, но я не сделал этого, потому что отходил в туалет. А еще я написал для вас вдохновляющую речь. Она довольно-таки длинная, я зачитаю короткий вариант. Уверяю вас, причина крушения ракеты кроется исключительно в некомпетентности экипажа. Это речь для журналистов в случае провала миссии. Сорян. Вот она. Итак, знайте, что вы лучшие из лучших. Клевая речь, класс... На слезу аж пробило. А теперь к деталям миссии. Поверьте мне, ничего важнее в вашей жизни еще не было. От успеха этой миссии зависит судьба всего человечества. И необходимо это сделать до 16 апреля. Если опоздаем, то все кончено. Все видели карту космоса? Да, да, видели, что? Ни черта вы не видели. Вот карта космоса. Изучите эту карту внимательно. Кодовое название Тинькофф Блэк в космическом дизайне. Посмотрите на все ее вариации и запомните. Это очень важно. Я не хочу, чтобы вы на орбите просто так тусили. Но разве нам не надо было изучать космическое пространство? Отставить космос. Космос никуда не денется. А вот эти карты важно оформить до 16 апреля, иначе вы потеряете вечное бесплатное обслуживание. То есть мы летим в космос только ради этого? Конечно же не только. С этой картой еще можно получать до 15% кэшбэка рублями на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка рублями на покупки у партнеров, чей список постоянно обновляется. Доход до 5% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. И я уже не говорю про бесплатные переводы даже на карты других банков через СБП и бесплатное снятие наличных в банкоматах. Так что с этой картой можно сэкономить, да даже заработать. Сэр, но вообще-то... Вообще-то! С этой карты можно покупать билеты в кино, театры и концерты с кэшбэком до 30% прямо внутри мобильного приложения за пару кликов. Мы хотели сказать, вообще-то эту карту можно оформить и на Земле, просто перейдя по ссылке в описании. Погоди, серьезно? Ну да, мы все уже давно оформили. И для этого не нужно летать в космос. Это же здорово! Можно вообще не париться! Вот тогда я пошел оформлять. Погодите, а нам что делать? Не знаю, мне пофиг, делайте, что хотите. Что? Карту я уже оформил до 16 апреля, успел, а значит миссия выполнена. Бывайте, ребят. Надеюсь, ракеты он строит лучше, чем раздает задания. Что ж, мы теперь поняли, как делать не надо. Давайте используем эти знания, чтобы создать красивый корабль, очень креативный, который полетит в космос и не только поразит всех людей, всех землян тем, что он, в принципе-то, полетел наконец, а то, что он полетел, и он такой весь красивый еще. Скорее всего, первое, что нам нужно сделать, это двигатель поставить. Двигатель стоит. Пихнем здесь соединение, чтобы соединять что? Еще двигатели, которые что-то не соединяются. Почему? А, вот они. А нормально? Они вообще? Тяга 162. Говно полное, нам нужно побольше. 2900. Ты у меня потянешь. Во! Сначала будут тянуть вот эти три толстых, длинных, а потом вот этот маленький, но он тоже, кстати, не промах. Видите, у него 3700 тяга максимально. Топливные баки. Вот. Сюда. Вот как-то так встал, я не знаю, немножко внутрь я его втопил случайно. Это плохо, это хорошо, время покажет. Хорошо, вот сюда ставим кабину, прямо на топливный бак. Это видел, что крылышки ставят, может быть нужно? Какие-нибудь легкие крылышки, давайте, без фанатизма. Нам же не то, чтобы надо прям летать, а надо чуть-чуть планировать, когда мы будем падать. Приземляться. Раз, два. Вот такие два крылышка смешных плавничка. Им нужна термодинамика еще обязательно. Нужно регулировать температуру, так как, ну они прям на топливном баком сидят. И прям на
над двигателем. Им жопу просто разожжет, мне кажется. Нужно это как-то предотвратить. Вот такие вот прохладные пластины. Вот сюда, сверху. Да? Угу. Электрооборудование. Ну а как еще все это будет работать без электрооборудования? Что это? Я-то знаю, что это. Я у вас спрашиваю. Что это? Давайте. Чего вы сюда пришли, нубы? Не понимаете ни хрена в космосе. Фотоэлектрическая панель. Нужна, конечно. Коммуникация обязательно. Коммунатрон. Нужно поставить обязательно, чтобы общаться с Хьюстоном, когда будем в космосе. Колесо движ. Обязательно, ведь мы будем сажать нашу штуку, нашу колымагу. Как сделать так, чтобы она выдвигалась? Вот это, да, судя по всему? Ой, что-то не в ту сторону, но повернуто немножко не туда. Блин, а он по-другому не хочет ее оставить. Наверное, так надо. А, ну погодите, оно же как бы внутреннее шасси, она потом выдвинется, так что да, пусть внутрь будет повернуто. Таких нам нужно еще два. Во, я сяду на тебя, колесо. Первое и второе. Теперь немного науки, конечно. Нам нужен модуль хранения экспериментов. Ведь в космосе нас ожидают очень много экспериментов. Все они будут храниться здесь. О, да, вот. Тормозной парашют еще нужен обязательно. Тормозной парашют должен быть прямо на кабине. Вот здесь, наверное. Сейчас. Да пофигу. И обычный радиальный парашют. Один для приземления, другой для торможения. Это что? Улучшитель мобильности. Мобильная связь нужна нам обязательно в космосе, поэтому улучшаем прямо сейчас. А, это лестница. Когда мы будем там... В космосе уже. И я считаю, что береженого бог бережет, поэтому мы ремкомплект вот сюда поставим. Потому что, ну, если вдруг во время взлета у нас проблемы возникнут, мы воспользуемся ремкомплектом и отремонтируем все. Потом, что там, блок двигателей. Да, чтобы в космосе можно было туда-сюда двигаться. Давайте поставим вот сюда. Невозможно без эксперимента понять, насколько летуч наш аппарат. Нам нужно нанять экипаж. Хороший пилот, Лот Вилкерман. Заходи в корабль, не бойся. Слабоумие наполовину всего лишь. Прекрасный кандидат. Отважная Натачелла Керман. Заходи. Не все Керманы, это что, члены семьи все? Стайз Керман и Биаша Керман. Вот. Вы все теперь будете нашими первыми испытателями. Давайте. Кресло, в кресло, в кресло. Все. Никаких вопросов. Аппарат как назовешь, так и полетишь. Удачи. Че, вы готовы? Наверное. Да пофигу. На-н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 а. Стоп. Чё-то нас несет не в ту сторону. Держим так, чтобы центр был в центре. Центр будет в центре. Центр управления полетами тоже находится в центре. И вы не отклоняйтесь. Смотрите, летим. Тягу увеличивай! А да, я понимаю, космический корабль, он космически хорош. Летит, ребят, смотрите, всех улыбки. И у меня улыбка. Я так радуюсь за всех моих товарищей, что они летят. Стой, держим дальше равновесие, вот. Вы видите, друзья, Земля круглая оказывается. Прекрасно, мы видим все, наш дом виден отсюда. Где наш дом? Земля наш дом. И она видна, что не очень хорошо. Нам нужно перестать ее видеть, если мы хотим отправиться на Луну. Давай. 25 тысяч метров. Ой, а что вдруг случилось? Ничего. Мы катапультировались, больше нам тяга не нужна. Нам нужно отбросить. Отстыковка. Давай, как отстыковку сделать? Отделить. Бам. Что там еще у нас? Отделить. Что-то отделяется. И последний. Отделить. 50 тысяч метров. О, что-то крутануло нас, но ничего. Нас уже запульнуло, все. Колесики крутятся, крылышки машут. Ребят, вас что-то немножко хреначит, да? Как там у вас дела из кабины? А что вы хотели? Это космос. Тут все крутится вокруг себя. Слушайте, но мы же в космосе. Мы все еще летим вверх. С первого раза в космос полетели, а? Вот это я, батька. Так, стоп. Что-то тут происходит, что-то мы видим. Надо как-то стабилизироваться. Стабилизируйся давай скорей. У нас так больше вращает. Вот теперь мы официально в космосе. Слышите, музыка заиграла. Если музыка заиграла, то вы в космосе. Вы на орбите. Где Луна? Это Солнце? Это не то. Луну хочу. Вон она. Посмотрите, как далеко. Разве это нас остановит? Надо посмотреть, какая у нас траектория. Траектория упасть прямо рядом. Музыка прекратилась, как только я это сказал. Надо что-то делать. Вот! Да. Стоп. Тихо! Прекратить, а то мы вращаемся. Почти что получилось сделать то, что я хотел. Нам теперь главное немножко себя стабилизировать. Случайно нажал! Кто случайно нажал? Я? Нет? Это вы сделали, друзья. Сейчас у нас все получится. Ой. Мы, кажется, падаем. Засмотрелись на звезды, блин. Отставить вращение. Где у нас была штука, которая позволяет что-то там делать в космосе? Жить.
хотя бы. Только мы перестаем вращаться быстро, как мы начинаем вращаться еще быстрее. То бишь мы просто равномерно ускоряем вращение. Но я не хочу! Ой! Нет! Отставить, я сказал. И что, у нас, друзья, есть парашют. Окей, мы двигатель выключили. Вектор тяги виден. О, ноу, 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 ноу. Мы уже начинаем гореть. Уже начинаем гореть. Стоп. Но мы перестали, однако, вращаться. Сильно перестали. Стоп, стоп. А теперь включи двигатель. Вау. Вот так. Нет, все не так, как я представлял. Оба парашюта раскрылись. И торможение, и падение. Все контролируем. Сейчас, 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 сейчас. Нам нужно просто немножечко взять себя в руки. А, ладно, хотя бы оно перестанет нас вращать. Значит, все, все. Спокойно, спокойно. 3000 метров осталось до воды. Это не земля, друзья, это вода. Вот, аккуратно. Прекрасно. Почему эта штука не сработала? Она должна была нас направлять в космосе, чтобы мы подкорректировались. Вы не поверите, но все так классно, что даже не хочу портить вам сюрприз. Ведь вы, кажется, не умрете сегодня. Что у вас там видно? Просто парашют. 100 метров, друзья, осталось до прохладной водички. Привыкните потом. Это сначала как в воду заходишь, так в море. А-а-а, холодно, потом нормально становится. Вы не представляете, но колеса держат вас на воде. Че, ребят? Выходите. Начателла, выходи. Где она? Вот она. Смотрите, ползает. Она первая решила осмотреть эту неизведанную планету. Ладно, в воде это то же самое, что в космосе. Так что все нормально. Давай, взбирайся. Куда ты пошла? Вот, взбирайся, умница. Там я, видишь, лесенку сделал для тебя специально. А-а-а. Во, мобильность, чувствуешь? Прыгай давай, радуйся. Вот. Ай, аккуратней, аккуратней, аккуратней! Нет! Возвращаемся обратно в научный центр. У нас получился прекрасный аппарат. Все видели, и я видел. Я думаю, нужно немножко добавить, во-первых, тяги. А, нет, нет, рано тяги. Сначала нужно поставить отделители, конечно же. И вот внешние топливные баки. Сколько вам нужно здесь их? Вот такие гирляндочки мы сделаем. Красиво будет. И обязательно нужны обтекатели. Воу, что это? О! Во! Классно. Обтекает. Вот такая штука. А это что мы делаем? Надо вытянуть было. Что за инопланетные технологии? Как оно так делает? Раздвигается. Удалить. Еще раз. Так, поставил. Вытянул. О, интересно, как эта штука будет обтекать. Вряд ли она будет хорошо обтекать, поэтому делаем вот так. Итак, мы уже поняли, что парашюты работают прекрасно. И проблем никаких с приземлением не будет. Я решил убрать вот эти колеса, я думаю, они не нужны нам. И шасси тоже не нужно, вот это маленькое. Лишний вес и никакой пользы. Вот такой корабль мы в итоге сделали. Посмотрите, он весь в пирсинге. Что он стильный. Предки его не понимают, тупые, потому что отсталые, старые. У него свой стиль, он ни на кого не похож. О, давайте возьмем личный парашют. Реактивный ранец космический обязательно. Ремкомплект и топливные баллоны для открытого космоса. Пожалуй, теперь попробуем его запустить. Подтолкнуть вверх звездам к богу. А это все равно было лишнее. Лишнее само уйдет. Что-то он пошатывается. Ветрено сегодня. Итак, значит, на максимум. Сразу, чтобы. Нам нужно сразу прям, чтобы бомбануло. Оу. Я не думал, что эти штуки для этого созданы. Ой. Ну, как бы лишнее все отбросили. Главное, что ракеты полетели в космос. Почему? Почему так случилось? Я не понимаю. Ветреная погода, я же сказал. Отвратительно все, что произошло. Меня поимели. Поставили некачественные материалы. Ладно, ладно, ладно. Я понял, что эти штуки отвалились, потому что они не очень удачно стояли. Их надо вот сюда поставить. Смотрите, 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 как желе. Просто, блин. Чё ты такое ненадежное стало? Все же было хорошо. Все же было прекрасно. Экипаж умер снова. Надо как-то соединить вот эти двигатели друг с другом, потому что они достали меня. Как вытянуть эту штуку? А, не хватает. Не хватает длины. Ладно, сейчас чуть подлиннее найдем. Вот, распорка. Все, мы соединили. А то, ё-моё, сколько можно это говно терпеть? Ох, надежно. Двигатель на полную. Ну, друзья, с богом. Ой, хорошо, ой, хорошо. Надежность! В ваших руках все человечество, и эти руки надежные. А вы в моих руках, а они и подавно надежные. Это руки надежды, руки любви, руки заботы, руки науки. Держим равновесие. Что-то случилось. Мои руки, черт бы вас побрал, случайно нажали на что-то. Экипаж тут же погиб. Удачи, самолет.
Иногда вот главное правильно назвать аппарат, чтобы доставил тебе множество приятных эмоций. Слушайте, а что если сделать иначе? Вот так. Разве мы на одной этой штуке не улетим? Там же и веса меньше, а тяги больше. О-о-о! Пусковая мачта! Это очень нужное чувство. Вода, она будет держать нас изначально, чтобы не было всякого говна. Вот! Он же будет супер ровно стоять теперь. Давайте сейчас мы его вот туда, сюда поставим. Вот такая. Вот. Со всех сторон попридержали. Запускаемся. Оу! А кто снизу-то поддерживать будет? Что так? Что за говно? Эти мачты держат все, что... все, что я сказал. Но вместе все они не держат. Наш корабль держит за шкирку, как обоссанного котенка. Это жалкое зрелище, я так скажу. Ладно, отпусти зажим. О, команда еще жива. Команда нет, она только что была жива, только что. Дерьмо полное. Мне удалось достичь баланса. Вроде бы все нормально. Давайте значит, попробуем еще разочек. И... Так мы и летим. С таким звуком мы отделяемся от Земли и летим покорять космическое пространство. У космического пространства очень много вопросов. Что это такое? И что оно собирается делать? Но в этом и суть. Мы как бы усыпляем бдительность. Почему вы думаете, великое провидение благоволит нам? Потому что оно вообще не понимает, чем мы собираемся мутить. Оно не видит в нас угрозу. Видите, как все надежно и стабильно. Что мы даже можем поболтать о чем-то, посмотреть на красивые пейзажи. 24 тысячи километров. Ой. Это странный пук случился. Надо бы что-то делать. Надо отделяться, отделяться, отделяйся. Отделяйся! Все делить нахрен. О, вот это плохое отделение было. С каким-то неприятным звуком. Так, а теперь нам нужно стабилизироваться. Стабилизируемся. Задрать носик кверху. Сейчас, как только мы выровняемся. Как? Фиганем! Уа-а-а! Все в порядке! Это вы учили нас, когда мы в центрифуге проходили тест. Вот к чему нас готовили. Именно к этому. Давайте чуть-чуть сбавим обороты. Слышите, слышите? Космос запел нам. Он приветствует нас своей песней. Сейчас мы поймаем этот момент крутящий и щекотливый одновременно. Что вы думаете про космос, друзья? Улетно? Круто? Головокружительно, может быть? Давайте посмотрим, сколько... О, елки зеленые. А нам хоть бы что? Смотрите, как он смотрит. Он не верит. Он не верит, что такая хрень может происходить. Он сошел с ума. Они все сошли с ума. Один я держу себя в руках. Мы падаем. Теперь я паникую. Черт, погодите, прежде чем мы распрощаемся с нашими жизнями, мы должны побороться. Сейчас мы поймаем, давай. Как же стабилизировать нас? Вот это что такое? Включить реверс, что бы это ни значило. Я верю, что мы справимся. Включить. Оп. Ба! Как это произошло? Он взорвался. А мы живы. А мы живы. Вот так это счастье. Какой он странный этот самолет у меня. Ладно, это уже больше похоже на крики сумасшедшие. У нас же есть парашюты. Надо пораньше, мне кажется, раскрыть. Если мне память, конечно, не изменяет, у нас был парашют. У нас есть парашют. Возьми, Джеб Кермен. Я не знаю, как заставить его взять. Ладно, выйди сначала. Ты парашют-то взял, надеюсь? Взял. Раскрывай. Раскрыть парашют. Есть. Хе-хе-хей. О, мы даже можем управлять им. Снять шлем. Забей на шлем, смотри на мир. Снять воротник, забей, не холодно. Для тебя теперь начинается PUBG. Или Fortnite, битва рояль. Тебе придется выживать здесь самому. Надеюсь, ты сможешь дойти до научного центра. Удачи тебе. О! Эхом донеслись звуки взорвавшегося корабля. Ну что ж, Джеб, иди. Вся надежда на тебя. Теперь начинается твой личный Death Stranding. Все это говно полное. Сейчас мы сделаем такую летающую шляпу. Итак, я представляю вам, друзья, древо жизни. Лети! Лети одуванчиком в космос. Я сейчас немножко переживаю. А ветер подул, разлетелись лепестки. Разлетелись лепестки. Кто поджег мое дерево? Джеб Кермен все еще жив. Единственный всегда выживающий. Или нет, он не один. И Билл Керман, они все живы. Смотри, оно само пытается лететь. Маши крыльями, как будто рыбу на поверхность выкинуло. Давай. Ай, взорвалось. Ничего. Это не твоя часть взорвалась, поэтому давай, живи, лети в космос, господи. Оу, да что ж там все взрывается-то? Полечу-ка я, а то ты еще, дай бог, взорвешь рядом со мной. Так, лепестки сбросили. И это семена мы сбросили, на самом деле. Че-то... Че мы не летим? О-о-о! Не бойтесь, ребята, Бобби, не бойся. Все в порядке. Это просто гром. Сейчас мы полетим. Ладно, давай еще разок. Господи.
Как будто облезлую собаку погладил только что. Все в шерсти сразу вокруг. Разве не похоже на дерево? По-моему, очень похоже. Ладно, полетели, давайте летим вперед, что ли, наверх. Следующая стадия, точно полетим. Это все еще тизерим мы. Вот! Сейчас, погодите, до какого хрена? До какого хрена ты так начинаешь крутиться? Надя, чуть-чуть послабее. Нам еще нужно на орбиту вылететь на этом топливе, а то мы что-то расточительством тут занимаемся. Ты можешь крутиться вокруг своей оси, но не смей крутиться как-нибудь иначе, как я не хотел бы, как бы смерть нам сулила. Узрите! Дерево жизни! Летит! Нахрен его жизнь, говорит оно. Я полетела отсюда. 17 тысяч. Никто из вас не ожидал, что я на 17 тысяч-то полечу. Отделяем, отделяем. Тихо, 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 тихо. Еще живы. Живы и продолжаем лететь вверх. Уу! Древо жизни вылетело в открытый космос. Смотрим на орбиту. Точнее, на траекторию. Опа, ребята, ребята, Джеб, Джеб, выходи. Выходи, Джеб. Твоя задача была выйти. Используй джетпак. Нет, парашют, нет. Как джетпак использовать? Ты не можешь использовать. Сорян, Джеб. Зря это я попросил тебя выйти. Блин, как нам вернуться на самолет? Да, нужно ли на него возвращаться? Все убрать заново. Итак, моя новая модель. Суперкосмический корабль, который называется Паутина. 100 пудов полетит. Окей. Пока что стоим. Летим. Посмотрите, мы даже не отклоняемся ни на секундочку. Не на градус. Ну, на градус, ладно, отклоняемся, но не больше. Нет, нет, сейчас сильно пошло. Пошло. А, не ту кнопку нажал, кажется. Ну, ладно, бывает. Сейчас мы выровняем эту паутинку. Стоп. Отменить полет. Возврат к запуску. Заново. Сейчас мы точно сделаем. Она прям идеально летела. Все, готовы? Ну, конечно, готовы. Погнали. Че за говно? Все, отбросили говно всякое. Итак, мы спокойно приземляемся. А, у нас бомбят! Нас бомбят пришельцы! Аккуратнее, друзья! Так, слушайте, это было круто. Это было очень хорошо. Во-первых, все прекрасно работает, за исключением равновесия. Оно в какой-то момент почему-то теряется. Воздушные потоки, может быть, какие-то там другие. Но в целом все должно быть окей. Вот так оно сделали. Да в какую сторону держать-то тебя, чтобы ты держалась сама? Сбрасываем все это. Вот. Вы просто разбомбили нахрен наш научный центр. Пошел ты, научный центр. Ты не доплатил мне за П, поэтому я сваливаю отсюда. Только в этот парашют уродский закрылся. Срезать этот парашют. Все, мы летим отсюда. Я сваливаю чертов научный центр. И передайте начальству, что они чертовы ублюдки. Я в гробу их видал. Только не передавайте сейчас, потому что я не могу никак покинуть территорию вашего научного центра. Как только я улечу, так и скажите им, что все, я вас всех посылаю. И себя в том числе. Я тебе покажу равновесие. Я тебе покажу, как тебя соблюдать. Вот сейчас оно будет прям себя подкручивать слегонца. Я не это имел в виду! Сама вселенная отвергает красоту моих изобретений. Я решил сделать эту штуку более уродливой, понимаете? Просто тяжело заниматься наукой, когда ты красивый. Все, лети, лети. Вот! Нет, все равно красиво получилось. А вот и баланс. Походу, мы его сейчас лишимся, да? Нет, 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 все, держим, держим. Есть! Пожалуйста, пожалуйста! Почему ты летишь в бок? Почему ты вниз теперь хочешь полететь? Все должно было быть не так. 9000 метров, понимаешь? 9000 метров. Вот, стоп. Погодите. Он смог. Он перестал мочь. Но вторая попытка есть. Еще есть третья. С такой скоростью он... Опа. Воу, воу, воу. Ладно, хорошо. Сбрасываем это все. Говно. И ускоряемся. Зачем нам лететь так медленно к своей погибели, правильно? Раскрывай парашют! Парашют! Ой. Слышали звук такой? Чисто каждая деталь ударилась об воду, и игра каждую деталь, каждый удар подзвучила. Я должен еще раз вылететь в космос. Чтобы ты не что, космос хочу, давайте мне космос. Давайте разберемся еще раз с управлением. W — это мы нос чуть-чуть вниз. S — это мы нос чуть-чуть вверх. A — это мы влево, D — это мы вправо. Евгений сейчас... запутается в этом всем дерьме. Ладно, ладно, все хорошо. Мы не запутаемся в паутине, мы не запутаемся в паутине. Мы ее создали, мы повелеваем ею, повелеваем. Тихо, носик поднял. Носик поднял мне.
Умница. Носик, держи. Все от меня зависит. Давай сильнее, на полную. Сбрасывай нахрен. И летим выше. Смотрите! Вот это мы летуны. Красава. Никогда ровнее еще не летел. Так, давайте чуть-чуть слабее. Чуть-чуть слабее нужно. Нам нужно чуть-чуть сохранить топливо. Мы же в космосе? Мы в космосе! Ха-ха! Тысяч метров. Что я сделал? Что я нажал, блин? Что-то я нажал случайно. Не то я нажал. Смотрим. Нам нужно выровнять нашу орбиту. А, она, кстати, увеличивается. Задираем носик. Нам нужно в бок. Нужно в гребаный бок лететь. Правильно? Пожалуйста. Пердеж, который в конце мы слышали, означал катастрофу. Слушайте, нам не хватило просто топлива. Вы понимаете, что мы на высоте 200 тысяч километров? Небывалая высота еще для меня лично. И мы выше еще поднимемся, кстати говоря. У меня же вот эта штука была. Как тебе, как тобой работать? Отключено. Вот включено. Ты же специально для этого здесь установлена, чтобы как-то балансировать нам помогать. Ну-ка, давайте ускорим время. Ой, я почему-то думал, что траектория немножко увеличится. Но мы просто скипнули, проспали весь полет в космосе, друзья. Вы проспали его. Немного усовершенствовав эту модель паутина, мы выпускаем паутина 2.0 с двумя огромными топливными баками. Что ж, неприлично. Лети, тварь! Умница! Евгений держит тебя. Хорош. Кстати, мы можем же зафиксировать вектор тяги и не заниматься вот этой ерундой. Ладно, в следующий раз. Мы вручную, мы же мастера своего дела. Мы пилоты, хоть бы долететь. А, чё-то болтать. Болтает, шатает, шалтает, болтает. Может, вы уже будете лететь на максимум? Хватит заниматься этим, этими полумерами. Надо прям лететь, я считаю. О-о-о. Ох, качнуло нас. Все, но Евгений справился. Брось! Взорвался. Черт, взорвался, это ж надо так. Я горжусь с вами, друзья, полетели. Еще бы не гордиться такими отважными людьми. Ну кто бы робкий согласился сесть в корабль, который я построил? Никто. Вы, ребята, просто смельчаки. Я хочу от вас детей. Если вернетесь, мы их заведем обязательно. Если они не вернутся. Я не думаю, что они вернутся. Нет, у вас парашют же есть. Парашют есть, друзья. Все нужные средства предохранения от смерти случайной у нас есть. Все продумано. Скорость, давай. Скорость, скорость. Что-то мы хреново как-то. Надо было на максимум сразу включать. Готовы ли мы? Пап! Летим! Почему? Чё за дерьмина опять случилось? Да не просто... Сволочь. Значит, будем все эмпирическим путем пробовать. Я вообще не понял, что это за говно. А, вот у нас еще один Вот же у нас еще один двигатель стоит здесь. Давайте попробуем с него начать. Он полетит сначала. Это я вообще не понял, что это такое, для чего это надо. Защитный обтекатель. Зачем-то его надо сбрасывать. Давайте, ребят, обтекайте. Прекрасный полет. Он как собака, которая рвется вперед, но он на поводке. Я чувствую, что этот корабль вот-вот улетит в космос, далеко. Я даже не планирую возвращаться. Оно мне надо, никому это не надо. Можно лететь. Сразу тягу на максимум. Оказывается, пилотировать космические корабли это очень легко. Тихо, тихо, брось ты мне это. Ты мне это срочно брось. Так. Запускаем двигатель. Пожалуйста, пожалуйста, друг мой сердечный. Давай мы чуть-чуть успокоимся. Успокоились. Какая ж ты гнида. Ладно, прокрутись и перестань. Сейчас мы просто летим сами по себе. Есть! Космос. Чувствую уже, попахивает космосом. Посмотрите, как много бензина осталось. Бензин, мы на 95-м летим с вами, поэтому у нас такие проблемы, видимо. Сейчас главное остановить вращение, черт бы его. И вращение останавливается! Умница я? Я умница? Четко, сейчас мы прям поставим, мы прям поставим его. Так, правее. Посмотрите на эти точки, они сейчас сойдутся. Вот это ювелирная работа. Евгений, ты ювелир. Стоп! Все испортил. Плохой двигатель. Начинаю падать. Могу успокоить этого зверя. Он строптивый. Он дикий. Не хочет повиноваться мне. Я знаю, как надо сделать. Как в Интерстеллар. Буду смотреть через кабину. Нам нужно видеть солнце. Хорошо, прокручиваемся. Что-то происходит. Солнце есть, ориентир есть. Окей. Мы стабилизировались. Почти что. В сторону солнца. Держи путь. Нет! Не покидай нас, солнце! Спасибо! У-ху-ху! Луна! Луна! Хочу луну! О, Евгений, ты хочешь меня? Я так и знал. Ну, лети же скорее ко мне. Я так тебя заждался. Нет! Луна не в этом смысле! Нет! Я не хочу на луну! Не хочу я луну!
обратно. Опа, нет, стоп, мы вытащили орбиту. Орбита была вокруг Земли, но мы это просрали. Ой, из кабины очень жутко все это смотреть. Ребят, вы как? Что-то у вас настроение так подубавилось, я смотрю. Окей, отстыковываемся. Запутались! В паутине запутались! Паутина 3.0 готова к полету. Я надеюсь. Вот это просто птиц! Это Феникс! Ну что сейчас было? Буквально чуточку модернизировал эту тварину. Давай, лети уже, пожалуйста. Полет нормальный. Не супер, но нормальный. Мог бы быть лучше, мог бы. Но, тем не менее, все равно нормальный полет, Хьюстон. Да встань ты на точку, что ты вокруг да около ходишь. Мы летим. Топливо на исходе. А оно нам и надо. Запустить в следующую фазу. Аккуратней. Ай. Ладно, все нормально. Продолжаем лететь. Нам хоть бы что. Вот она, та самая деталь, которая поможет мне. А теперь аккуратненько, так спокойненько летим. Есть! 70 тысяч! Это космос! Давайте выключим двигатели полностью. Нет, так нельзя делать. О, боже мой, выравнивай, тварина! Итак, что у нас по орбите ныне? Дерьмо какое-то. Черт, опять! Стоило отвлечь на секунду, как все плохо стало. Слушайте, это просто танец. Это космический танец, я считаю. Луна! Опять! Я тебя вижу! Спаси меня! Ой, Евгений, ты не захотел меня, поэтому ты подохнешь. Знал бы ты, что я собираюсь делать с твоим телом, пока оно еще теплое. Нет! И оно взорвалось само по себе! Как ты это делаешь, Луна? Как? Никто не смеет отвергать мою любовь. Но если так посмотреть... Ты летишь прямо на меня. Нет! Что же это было очень угарно. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. И если хотите, чтобы я еще поиграл в эту игру и, может быть, наконец-таки улетел подальше от Земли, на Луну, и перестал вас задалбливать своими видео, пишите об этом в комментариях. А раз уж вы полезли смотреть вниз в комментарии, то загляните в описание и оформляйте себе карту Тинькофф в космическом дизайне. И получайте шикарный кэшбэк прямо сейчас. Ну а с вами был Юджин, и всем пять!